спрашивают, как, куда должна идти курсарка, ширпотребшую в зоне сделают. Просто сейчас у нас, например, красной зоны и ширпотреб вообще нет. Но как должно быть, ты пришел в зону, тебя встретили, сказали, что ты умеешь сделать, ножи или сапоги. Ну, тебя устроили коптерку, дали инструмент, все оборудование необходимо. И сказали, вот каждый десятый сапог отдаешь в общее. И все, мы тебя защищаем, никто тебя не тронет, и никто тебя никак не коснется. Работай себе на жизнь, зарабатывай и живи свое удовольствие. Но обычно, как я знаю, обычно человек приходит в собственном соку, что-то добыл, что-то начал делать, шустрить, и тогда приходит ему, дай в общее. Ну, это халявщики. И не помогли человеку, не предоставили ему условия, а потом приходит дай, когда он сам крутанулся. Ну, так не должно быть. Но обычно человек приходит, ему помогли, предоставили инструмент, коптерку, он на этом раскрутился, тогда он, конечно, даст. Каждый десятый нож будет вообще давать. Но это все оговаривает в зависимости от зоны. Как там условия, чего там условия. Короче, и договариваются сами. Вот и все. Ну, обычно каждый десятый нож отдается в общий. А там уже смотрят, когда собралось раз в месяц, поделили на три части. Одна часть в крытую, на больницу, одна часть на нужные зоны, одна часть ну, резерв куда-то что-то послать. Ну, как зоны сами договорятся. Вот, но обычно человеку предоставляют возможность, чтобы он смог развиваться, сам что-то шустрить, делать. Он знает, что люди ему сделали, люди гарантируют ему нормальные условия и об этом заботятся. Ну, тогда он, конечно, он ему не жал каждый десятый нож, каждый десятый ботинок. Ну, как это так? А когда человек сам крутанулся и к нему приходит, дай, это не людское, это козе. Вот как-то так.